Привет, это Трибуар. Но на одном из моих последних стримов мой подписчик Артем Егоров через донатик, за что ему огромное спасибо, просил меня посмотреть ролик, который называется «Жопа против Дилда 3. Начало конца». Давайте посмотрим, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали. Ты сейчас охуеешь. Да, я даже не это, как бы, не сомневался в этом. Дилда. Ой, это самый первый сезон. Я просто пел первую половину первого сезона только и смотрел. Что тебе нужно, ебец? Чертов ублюдок! Садись на, вот и хуй. Окей. Окей, ты чё? Жопа, встань с бутылки, когда пьёшь. Прости, помпа. Манеры, ёб твою мать. Куска-кусок. Куска-кусок? Ну, а ты номер один. Сердечко, блять, из плевков. Я стану тем, кто сам проникает в жопы. Прекратите! Ну что? Ти-ти! Давай, трахнем ее. Это же кукла! Прекратите! Ти-ти! Я тебе жопу нахаркаю. Фу. Получи-ка! Это харкал. Иногда джентльмену необходимо вступить в драку, даже если он знает, что проиграет свою страху. Чё-то? Это история двух юношей, чьи судьбы сплетены и переплелись, и пересплетены, и сплетены, переплелись. Невероятно. Без развлечения. Приключения Джоты. Так. Из японской песенки сделал. Против Дилда начала конца. Разве у меня есть еще один сын Дилдо? Наш лев в гробу. Все зовут меня Джота. Взгляни на Дилдо. Джота, взгляни на лев не Дилдо. Он ответил на все 20 вопросов правильно. Сексин Дилдо. Куска кусок. Ты сэч Джо-Джо. Эй, сэч Джо-Джо. Дилдо сделал это. Пенис. По крайней мере, ты всегда будешь моим другом. Не за... Они даже письку нарисовали собаке. Зависимо от того, что сделает. Я не обращал внимания. Дилдо. Согласен, как пицца. Дилдо, безупречно, как то. Заведите еще собак. В дерьмо. Пипец, как орать. Дилдо. 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 Что ты вырезаешь? Когда... Шляк! Ничего не знаю! А ты не знаешь, а я знаю! Ты же еще не трапалась, Джопай! Так что это сделаю я! Козлище! Да. Кстати, прикольно, да? Вы познакомились с самым первым Тилдо. Эй, Урина! Постой! Что случилось? Джоп, ты катал! Тилдо! Грубо кричать, если не будешь кричать. Бля, окей. Я запомню. Это, я так понимаю, из Ван Наруто, да? Сасна. Дзилдо. Человек, руководимый рукоблудством уродлив. Я... Так это ты. Буду плакать, пока ты не заплачешь. Еще один сильный удар. На! Бам! Размотал, так размотал! Я Гамлетка Цезаревна. И камнем. Ой. Держись подальше от моего отца. Моя мать умерла от непосильного дерьма. Худший отец. На все ладно с бутылками. Теперь. Ууу, бля, не повезло. Вот поэтому ты делал, да? Я жопа. Мир узнает, каково это. Я, бля, заставлю всех почувствовать это на своей шкуре. Как громко! Что здесь происходит? Я трахну человечество! Не надо.
магический дилдо. Нет, отец! Ой-ой-ой. Ой. Вот почему он улыбается. Правда. Пожалуйста, скажи спасибо. Грел ми. Я голодный. Миха. Димон Вейковско. Я утка. Кря-кря. Я рад умереть. Держи в руках донат. Блять, ну это как-то хреново. Держишь в руках донат, вздыхаешь. Тут куда и к чё сиди? Такой себе. Итак. Фига себе. Пол головы. Смотри, секс. Ого. Ой-ой! Он поглощает всю медную жидкость. О! Вот он, мы его смотрим. Я положу делать удобный конец, мистер Джопер. Не надо! Джопер! Я же говорил тебе, чем грандиозные планы, составляемые человеком, тем грандиозные непредвиденные кам. Так почему бы не предвидеть план и выпить грандиозные кам? Чё? Беги в вагон, спидай, ты моя квитва. Вот это жутко, как полезно. Не зря же его так назвали. Бесполезно, как полезно. Ты единственный, кто умрет. Ты кое что не скометил. Так, у тебя дилдо в жопе? Дилдо, которым ты убил моего отца. Больше нет в нем. Что? Ой-ой. Жопа! Пиздец. Сгорел. Почернел. Блин, такой дом сгорел, зажгли, пипец, бедняги. Этот парень победил, да. Победил, да. Так. Видео озвучено специально для проекта ИПЭШ, где все делается с душой. Что-то не так? Не бежал. Кто уделся? Он испал... палец в жопу. Что ты сказал? Так. Остановись! Зачем тут белую кису? Бедная киса! Познай силу самой стороны. Силу дарвана. А это уже такая, понимаю, вторая часть первого сезона, я ее не смотрел. А теперь целой начало моего конца. Нет! Фу, Сас. Мерзость. Сас. Охрененно. Бля, веселый ролик получился, как и предыдущие две части, вроде. Я уже не помню, давно их смотрел. Но, по крайней мере, это было классно. Спасибо большое автору, спасибо большое моему подписчику за просьбу. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики, все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.